Всем привет! Сегодня мы Оливера 3 совместно с Little Big послушаем The Internet. Ну, не знаю, Little Big, вот, несмотря на то, что они там нашли какую-то свою изюминку и прут по ней и так далее, мне кажется, у них все-таки очень много однотипного и похожего. И это тоже неправильно. Я каждый раз думаю, вдруг что-нибудь новенькое. Вот с усами тогда вообще жуть была. Ну ладно, давайте. Надеюсь, что сейчас что-нибудь получится. Welcome to the internet, we're living in a meme. Digital avatars hide behind the screens. You could see it in your mentions. We got demons in the comment section, screaming for redemption. Inside your phone. Welcome to the internet. We're living in a meme. Digital avatars hide behind the screens. You could see it in your mentions. We got demons in the comment section, screaming for redemption, 'cause they don't get enough attention. Скучненько. В этот раз. Друзья мои, только хотела покритиковать Little Big, а тут и время пришло на самом деле покритиковать. Ну, вот, знаете, несвойственной Little Big манере было очень скученько, вообще драйва никакого. Вот, а то, что это минус. Плюсом является то, что, в принципе, все читаемо, все понятно про что, что все можно в нашем интернете отмотать назад и сделать так, как тебе нравится. Ну, вот приблизительно так. Вот, но, вот, понимаете... Вот
все-таки Little Big, он очень часто повторяющийся. Ну, один раз он повторился, второй раз. То есть слова разные, а смысл тот же. А тут даже он и не повторился. Они, может, что-то хотели новенькое сделать, но как-то вообще скучненько. Вот выше тройки я бы не поставила вот этому Little Big, вот, к сожалению. Мне не хватило вообще ничего. То есть вот второй трек мне не зашел. Мне интересно вообще отношение к Little Big. Вначале мне первый вообще не зашел, да, где-то они там у реки, это они были, я не помню. А вот, потом, значит, все, ну ладно, вроде привыкла, ну ладно, неплохо. Потом так, значит, хоп, о, ну да, хорошо, хорошо. А сейчас у меня такая синусоида вниз пошла. Мне снова не заходит Little Big. Всем пока.